Дорогие друзья, позади очень непростой 2014 год. В нем случилось много такого, чего мы не ждали. Но то, что произошло, многих из нас уже научило ценить по-настоящему ценные вещи. Любовь, дружбу, друзей, родных и близких, их радость, их счастье. Вот эти ценности пришли к нам, к каждому из нас, как озарение, как понимание, как ощущение этой жизни и мира. В следующем году, вот в 2015 году, я желаю всем нам встретить любые трудности с открытым сердцем, с пониманием того, что они нам даются для того, чтобы мы стали лучше, для того, чтобы мы любили, верили, надеялись, работали, для того, чтобы мы оценили самое главное – жизнь людей, которые рядом, страну, которая наша. Я поздравляю вас с Новым годом, и я желаю вам себя добра, себя любви, себя достоинства, уважения, себя как… обрести себя, как этот Новый год, и не потерять ничего, что достойно вашей жизни и каждого из вас.